Здравствуйте. Меня зовут Бекова Анастасия. Родилась я в 1992 году в городе Энгельсе. Там я закончила школу, поступила в Саратовский театральный институт, его закончила и переехала в Москву. Здесь служу в камерном театре «Диалог» под руководством Рамиса Ибрагимова. Я занята в нескольких спектаклях. В прошлом сезоне поставили в театре спектакль по пьесе Чехова «Дядя Ваня». Очень непростая и сложная работа была. Играла я роль Сонечки, которая перевернула мое, в принципе, сознание и отношение к профессии. Очень много мне дала в профессиональном плане. Все-таки Чехов сложный, непростой, удивительный автор. В свободное время я стараюсь как можно чаще навещать своих родственников, свою семью. Приезжаю домой к себе в Энгельс, прекрасный город на Волге. Там мы собираемся все вместе и идем плавать на теплоходе по Волге. Есть у нас такая давняя семейная традиция. Хожу в спортзал, занимаюсь спортом, фитнесом, плаваю. Люблю танцевать, давно не танцевала, но все-таки хочу возобновить это дело.